Вообще всех на тебя, Господи, уповай, ты даешь им пищу, во благо времени отверждаешь, и ты щедрый Бог утром, исполняя всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За Марию Пречистой Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милостью будь мне грешным. Создав меня, Господи, помилуй меня, благословен и грешен, Господи, прости меня грешным, помилуй и благослови. А ну, поклонись, косовет. Можешь, оттолкнешь, он сделает, нет, нет. Ну, как работали, кто где работал? Марина, кто с тобой работал? Рассказывай. Девочки со мной работали, хорошо работали, убирались, трудились, всю пыль протерли. И во дворе там убрали очень много. Мы 3 бачка мусора только вынесли. Хорошо девочки работали. Работали вы на квартире, на дому у Никиты? У Никиты. Так, Марина, скажи, Наталья, у тебя как? Хорошо, Софья вообще здорово помогает, молодец. Хорошо, приятно слышать. Володя, как твои работники? У меня вот претензии к Тарасу, этому вот. Плохо работаем. Выходите втроем. Девочки нормально, а эти вот, Ваня тоже нормально. Что они? Ну что, так, работаем. Не работники. Ну. Они как будто не знают, что такое стыд или что-то. Притом даже играть-то не умеют. Даже я пришел, я долго искал, где они, поехал на пруд, не знал. На южный там нету, он приехал. На саманны там нету. А Роман говорит, голоса слышу, где-то там они. А вот она сказала, я не понял. А короче, на маленьком там они были. Ну, вижу, время есть. Они крутятся, балуются всегда. Они играть не умеют даже. Я говорю, мальчики, все сюда, и сейчас быстро искупайтесь. Не могу воду загнать. Ну, искупаться, такое повеление, мимо пирса, пирс там, у него вода поднялась, а теперь уровень воды выше, доски-то плавают в стенках стояков, а дальше никак нету. Никак. Я плавать не умею. Каждый год купается и плавать не умеет. И кто ж тебя будет учить плавать? Почему ты плавать не умеешь? Потому что не учился. Все, почему? Потому что не учился. Как колун. Вот колун. Возьми воду, брось, он больше нет. А что учиться? В школе тебя учить надо? Ну ты где-то упадешь в воду-то, ну не учился. А собаку в воду бросить можешь, учились? Один говорит, меня отец учил. Говорит, на лодке плыли, говорит, он взял меня, выкинул. Я как закричал, папа тонул. А лодка уходит. Я, говорит, начал как ногами молотить. И поплыл за ним, за лодкой. У нас ни крокодилов нет, никого. Стоят на берегу, воды боятся. Ну, мы рядом стоим, мы же разве не дадим вам утонуть-то? В воду залез, уже вылазит, голова сухая, воды боится. Вот скажи, как будто порванный меч. Я говорю, с головой под воду уйди. Он и нос, и все дырки затыкает, как будто сейчас вода в него хлынет, и он лопнет там в воде. И пойдут пузыри. За нос ухватишь. Ой-ой-ой. Чего ж ты боишься-то? Это фобия называется. Воды боишься. Если ты не умеешь плавать, ты рискуешь утонуть. У нас сколько было людей в лагере. Мы выдавали значки особые. У меня достались материалы от освода. Плавать я не умею. Я даже не знаю, когда я научился плавать. Вот сколько сознания есть с этого, все, я плавал. Как будто я родился и поплыл. Сейчас учат детей плавать грудничком в ванне. Они плавают, ныряют и там фотографируют, как они. Я не могу ничего вам дать. Здесь по берегу бегаете. Самая большая глубина вот такая на южном. Вот. По шейку тебе нету даже. По берегу вернулся и так и не залез. Я сотрусы не замощал. До колен. Вот у меня работали сегодня с Илюшей. Вчера девочка
Вика вроде бы говорит, сказала, надо столик, на котором можно стираться. Было такое? Да, было. Ты видел, сделали? Да. Хороший? Да. Спасибо. Два столика. Я услышал это дело, сразу сказал, в лагерь надо ехать. Там у нас доски были, они уже давили, что я их оторвал. Потом я послал ребят, они их привезли. И мы начали с ним работать. Я ямку выкопал, показал его, рассказывал, вторую ты копай. Ну, обозначил ее. Ну, и выкопал. Выкопал настоящую ямку. Ну, ямка не глубокая, сантиметров 55 примерно есть. Мы одну сделали, вторую. Там также ямку выкопал, вторую ему. Он и выкапывает, сам примерил, сколько больше, меньше. Лежа маленько даже одно время не докопал, а тут больше. Пилить. Я нашел, что пилит двуручная пила наша, пилит, куда забрал. Держать надо, научился, гвозди берет, гвозди выдирает, ну, под присмотром все, я их выхолощу где-то. Я говорю, ты смотри, у тебя же получается, почему ты не хочешь? Нет, хочет, старается. Ну, а дальше уже стол сделан, ляжет на стол, он ляжет на столе, полежит. Повернется, стол креп возьмет, и он подергает, стол не туда. И второй этаж опять сделали, он залез на него. Я считаю, у него день сегодня памятный. Памятный где-то забивал, выдергивал. Толок, толкушкой. Землю подгребал, когда столбы закапывали. Ну, практически все. Не знаем, где Володя сказал принести. Замазку не принес. Они пошли искать палочку эту, которая с тряпкой. Я тебе говорю, он должен ее где-то здесь, не на той территории, на той нету ее. Ходить не надо. Давай мы так подумаем, где он ее? Где-то так, чтобы тень падала. Мы сразу стали смотреть, тень вот здесь. И чтобы она не мешала, никто не запнулся. Ну вот, молодняк тут растет, где-то стенки здесь. Полез туда, за крапиву точно есть. Видишь, мы рассудили, нашли. Нашли, все сделали. Я мажу, он переворачивает, крутит ее. Уже даже не надо говорить ничего. Я мажу, он ее крутит. Ну, в одном месте поднизу задел, сразу я отпустил, иди руки мой. А там керосиновые. Флягу такие, говорю, определить, батюшке показал, по всей вероятности солярка. И по всей вероятности 20 лет она стояла. Так что у меня работник работал. Пошел, я его здесь оставил. Ну, дальше уже не знаю. Эти сдвиги. Недели две прошло акклиматизация. И я утром остаюсь, мне надо работник. А кого? Я так голову повернул, а он ближе всех ко мне. Ну его и давай. Еще выбирать буду. И вот даю свидетельство, что работать может. Может. Подтаскивает сам, убирает инструмент, уносит. И, ну, еще в силах было. Я правильно говорю, нет? Да. Приятно. Вот это сегодняшний день для Илюши. Геннадий Николаевич, вы меня простите, что я оговаривался насчет ямки-то, зарыть-то? А? Насчет ямки-то, простите меня, что оговаривался. Ну, это плохо, что оговаривался. Да, виноват. Там старый столбик выдернулся прямо на пляже. И, ну, дырка большая, нога может провалиться. Это я иду, Володя тут как раз, я говорю, вот я сейчас заемка такая. Да это вот было, а когда она сделала? Да несколько дней ты ложился спать и спал, и на пляже ямка, да любой может ребенок плавал, ногу сломать. А у нас там больше есть такие там бобры. Какое отношение к тому, где? Это пляж, это рядом, они купаются, бегают, прыгают. И... Ну, я говорю, беги. Ты бы среди ночи поднялся, да некогда было. Среди ночи ползком, с ножом, с чем угодно. Ямку зарыть. Это опасность. Мы отвечаем за них. Мне это настолько непонятно, что... Ну, вот видишь, дядя Володя приносит извинения и покаяния, как сказать. Вы там нигде не прыгаете. Нашли ямку хоть чем-то, но хоть руками голыми, там земли где-то набери из кротовой кучи, засыпать, затрамбовать, чтобы никто не был поврежден. Это сегодня такое у нас что было? Так, я ходил на огородчик Надежды Васильевны, там, который ягоды поел маленько, она каждый год зовет, я ей напишу, за тебя усерднее будем молиться. Я люблю с куста срывать. Ну, там совсем мало ягод уже собрали. А мы ей вчера отправили с барабашом, Виктории.
Что? Виктории вчера отправили из барабашом. Понятно. Сегодня. А в лагере там не поспевают? Я не видел. Там полить надо еще. Надо смотреть. Надо узнать, когда появится клубника, потому что там первые барабаши, батюшка, и тут Нина Васильевна. А мы на разъезде уже такую полукрасную ели. Вот когда собирали. Красная была? Полукрасная такая. Полукрасная. Да. Это означает, на следующей неделе уже будет. У нас вокруг, куда ни глянь, везде. А окололагере особенно, там так много. Плантации целые. Ну, тут что говорить. Сегодня 27-е, так мы не дождались гостей, непонятно. Они в Москве. Я Сергею звонил, он говорит, они ни слуху, ни духу от них вообще. Он им звонит, они не отвечают. Ну, непонятно. Звонят, не отвечают. И они мне прислали билеты, номер билета, которые куплены, там куплены в Канаде. Ну, мы сделали все. А вот ходили вчера, вы видели, так вот приехали люди ночевать. Ни ведра, ни кружки, ни написано, ничего. Как вы могли? Все сделали. Ну, а ведро туда надо внести. И ночью там надо и попить, и рассказать там что-то. Я побыл сегодня. Вода там прекрасная, колодец. Маленькое какое-то ведерко и кружку. Обязательно туда принести, на блюдечко там опрокинуть. Я заглянул везде. Все у меня. Нарушения нет, и слава Богу. Тихо, спокойно прошло время. После обеда, ну что тут, порядок есть. У нас заведены уже искупаться мальчики, потом девочки искупаться. А взрослые-то я не знаю, чем, какие они хитрые. А усадьбой своей занимайся. У нас остальное будет. Раз их нету, Сергея нету, Ваня с нами. Так что, Ваня, занимайся своим делом. Все, за стол. А мы? Мы еще. А что с вами это было? А где третий-то был? Вроде трое было. Вот тройка. Я не знаю, что делать с вами. Плохо работали. Поезд-то завяжи хотя бы. Еще уже болтается. Ни на что не похоже. Завяжи 4 узла. Ну стойте, смотрите, мы будем есть. Кто работал, кто будет. Мы потели, работали, а вы не работали. Смотрите, там вот подвиньте стол. Не настоящую ложку, знаете, не китайскую. Вот это вот, здесь там, да? Ты перепутал, я тебе сказала, вот такие ложечки. И Володя тоже. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А слава Божия. Вы когда отрёте, морковку с этой не перемешивайте. Пусть они отдельно лежат. Давай, Ваша, туда, Илья. Награда тебе на хорошую работу. О. Может, покушать квасу нам с Никитой дать.
Классно. Ну все.